За свою кар'єру він змінив футболки 12 клубів. У київське «Динамо» його запрошував сам Валерій Лобановський. У нього досить унікальне досягнення. Він став найкращим бомбардиром аж трьох чемпіонатів – Грузії, Росії та України. Його футбольна кар'єра обірвалась неочікувано. Футбольне життя змінилося на життя за ґратами. Сьогодні в гостях у Алли Бублій Георгій Димитрадзе. Сьогодні у нас у гостях людина, яку ми дуже довго чекали. Георгій Димитрадзе, привіт. Камарджова. Ти вже й українську забув. Чуть-чуть, так. Да. Понімаю. Розговорювати не забув, понімаю. Справжні грузини вміють співати, да, і готувати. Мають вміти. Да. Попробуємо. Я декоративний грузин якийсь, так. Да. Що сьогодні буде? Хачапурі. По-аджарськи. Клас. Да. Я, бачиш, який в мене вже життя? Да, можна. Це да. Так можна, да, так? Да, це можна. Що означає? Да. Все круто. Все круто. Для зручності я перейду, мабуть, на російську мову, так? Да? Да. Поїхали. Поїхали. А що спочатку треба робити? Вот. Научи мене, я не вмію. Муку. А мені, так? Да? Да. Розсип. Розсип. Тобто ти моїми руками будеш готувати хачапурі? Да. Дальше. Беремо тесто. Режемо половину. О, какой огромный нож. Ложи. Я? Да. Подожди, ты же готовишь? Ну да. И что мне делать? По моим заказам, да. Руководством. Руководством, да. Вот так, раскатывай. Раскатывай. А ты хорошо устроился, да? Да, раскатывай. Хорошо раскатывай, хорошо. Да, а то, если плохо будешь работать, не покушаешь. Кто плохо работает, тот не покушает. Тот не покушает, тот будет платить. Сильно раскатываю, сильно. Сам. Давай. О, видишь, как у тебя хорошо получается? Да. Вроде ты всю жизнь работаешь поваром. Большую аджарскую хочешь или маленькую? Или тебе как порция? Вообще худенькая ты. То есть надо побольше, да? Да, надо побольше хорошо кушать. Кормят? Хорошо дома? Как получается. Вот так. Чтоб калорийный был. Вот так. Дальше вот так. Так, чуть-чуть размазываем. Слушай, ты настолько сосредоточен на этом процессе, что ты даже не разговариваешь. Раз и два. Да. Да. Теперь вот так по бокам, да? Да, по бокам, да. По бокам, вот да? Знаешь, да. Я просто видела это. Масло режем, у нас одна. И размазь. Да. Я? Да. Ты же будешь кушать. И кинь. Готовишь и поешь, да. Кстати, надо же петь, когда готовишь. Я-то не умею петь вот это. Просто вообще я... Никакую грузинскую песенку ты знаешь? Чито гурито вам спеть? Чито гурито. Давай будем сосредоточиться на хачапури. Подожди. Птичка-величка. Да? Знаю, да. Вообще прекрасная лодочка, я считаю. Лодочка. Чтобы не уплыли. И вот так, да? И давай. И сейчас оно все развалится. Не нервничай, да? Ты что, не нервничай. Вообще, я считаю, что это... Да. А как вот по-грузински сказать там класс? Рамагария. Рамагария. Да. Слушай, мы можем организовать прекрасный бизнес там. Да. Открыть... Где? В Киеве? Да. Хорошо. Возле НСК Олимпийский, знаешь, да, перед матчем. Перед матчем. А, молодец. Знаешь бизнес? Давай. Опа. Круто? Круто, да. А дальше ты знаешь, что делать? Вот эту хачапури вот прямо туда. Вот прямо вот так, да, и забрасываем, да? Да. Ты уверен, что это можно жарить? Конечно, я уверен. Вот так. Прямо. Все. А второй сверху. Так. И второй. Сверху. Вот так, все. Сейчас чуть-чуть, и ты будешь кушать хачапури. Договорились. Но да, пока они готовятся, мы с тобой пообщаемся. Хорошо. Не позабыл русский, я так вижу. Ну да, не позабыл, но практики когда нету, знаешь, чуть-чуть подзабываешь по-русски. Перед передачей, знаешь, думал... Словарик полистал. Да, пообщаться с кем-то по-русски, чтобы словарь, знаешь, заполнить. Расскажи, в Тбилиси ты... чиновник. Ну да, работаю в Федерации футбола Грузии. Там.
Чем ты занимаешься? Что конкретно, за что конкретно ты отвечаешь? Ну, конкретно отвечаю за сборными, за юношеским футболом. Например, вот что входит в твои обязанности? Ну, технический директор. Ну, сейчас перечислять тебе, это ты тоже займет полпередачи. Тебе это нравится? Ну, конечно, как футболисту, знаешь, это для меня огромная честь работать в футболе. Ты в галстуке, в рубашке? Не. Я не в галстуке, не в рубашке. Как-то поудобнее одеваюсь, в джинсы, кроссовки и попер. Как начинается твой рабочий день? Ну, прихожу на работу, там, например, сборную до 17 лет или 19 лет уезжаешь куда-то на отборочные матчи, там, готовимся. Ну, так и проходит целый день. Ты можешь себе представить, что вот на этой должности ты будешь работать всю свою жизнь? Нет, всю свою жизнь на этой должности я не буду работать. Почему? Как-то не в моих интересах. Всю жизнь работать на одном месте я не продержусь, наверное. Хорошо, сколько ты себе вот выделил времени? Наверное, 2-3 года буду работать. А потом? А потом посмотрим. Может, и клуб возьму, какой-то клуб. Я видела в интернете, что ты был президентом футбольного клуба. Торпедо Кутаиси. Солидно, президент. Да, Торпедо Кутаиси. Тогда у них были трудные времена. Вылетал с высшей лиги. И я взял этот клуб. Мы помогли. Чем помогли? Взяли хороших футболистов. И этот клуб остался в высшей лиге. Мне было тяжело с Тбилиси ходить в Кутаиси. Ну это да, далеко. Да, далеко, 2,5 часа надо. Так перешел обратно в мой любимый город, в Тбилиси. Зато ты там президентом был. Для меня не главное кресло чиновника. А что это для тебя главное? Ну, работать в футболе. Для меня не главное, ты президент, вице-президент или менеджер клуба. Твоих слов я поняла, что условно ты можешь и охранником быть в федерации футбола. Но... Не, охранником я не буду так. Главное, что я в футболе. Вот это главное. Хорошо, сейчас очень модно среди бывших футболистов получать тренерские лицензии. Предлагали мне учиться брать лицензии, но я отказался. Ну почему? Ну я не вижу в моей карьере, что я стану тренером. Слишком эмоциональный и, наверное, переживать буду очень сильно. А брать лицензию, мало ли, так, это не, как-то не солидно. Есть у меня предложение с грузинских клубов стать или президентом, или директором клуба, но пока я воздержусь от этих предложений. Почему? У нас в Грузии финансовые проблемы с клубами. Нету такого стабильного дохода у клубов. Потому и потом начинаются проблемы. То есть тебе надо, чтобы был, в принципе, стабильный клуб? Конечно. Предложения из Украины поступали какие-то? Нет, пока нет. Твой друг Каха Каладзе, да? Как он там поживает в Тбилиси? Серьезным человеком стал? Ну, Каха – министр энергетики и вице-премьер. Вице-премьер, конечно. Как часто вы видитесь? Часто видимся, потому что мы собираемся почти каждый день, играем вечером в футбол. У вице-премьер-министра есть время, чтобы каждый день играть в футбол? Не каждый день. Почти, если есть время, каждый день, если есть. Ты бы мог когда-нибудь подумать, что вот Каха Каладзе будет заниматься политикой? Каха вообще талантливый человек. Это понятно, да. Но тем не менее. Ну, трудно было представить, но люди говорят, очень эффективный министр энергетики и вице-премьер. Он-то как-то изменился, стал серьезнее. Не, с нами что он изменится. Нет, Каха был... Каха был, так и есть. Так и есть, ну просто по званию уже министр. А ты мог себе представить, что ты вот в политике? Если предложат, посмотрим. А кто должен предложить? Или баллотироваться какие-то кандидаты, посмотрим. У першій частині програми ми дізналися. Рецепт приготування хачапурі по-аджарськи від Георгія Димитрадзе. Та як змінився Каха Каладзе на посаді віце-прем'єр-міністра Грузії. Далі дивіться, до якого віку порокуватиме Георгій Димитрадзе. Уся правда про найскладніший період у житті. 2,5 роки проведені у в'язниці. А чим мечтає Георгій Димитрадзе? Жениться, создати сім'ю, дітей. Вот о чем мечтаю пока. Вот с этого места поподробнее. Когда это случится? Я не знаю, это
Слушай, ну все-таки давно пора, я так понимаю. Ну да, уже 39 сейчас становится в сентябре 26-го. Пора, ну что делать? Может, ты слишком много требуешь от вот твой идеал девушки, да? И ты слишком много от этого требуешь, нет? Нет, знаешь, это такое, дело такое, что это должен прийти, влюбиться и... То есть ты ни в кого не влюбился? Ну, сейчас есть девушка. Надо работать над этим. Холостяком ты не останешься? Нет, нет, холостяком нет, не останусь. Это точно. Хорошо, расскажи твой идеал девушки. Какой она должна, чтобы вот Георгий Димитрадзе сказал, все, пойдем в ЗАГС? Порядочность. Это раз. Ну, чтобы на мой вкус, это два. Блондинка, брюнетка? Не, не имеет значения. Это три. Не имеет значения три? Это три, да. Блондинка или брюнетка не имеет значения. То есть порядочная и красивая? Да. Ну, это... Умная надо умная, или нет? Да, конечно, надо. Умнее тебя? Вот это уже не знаем, умнее мне будет или нет. Подожди, чтобы вкусно готовила, надо? Надо, конечно. Ну, ты же не будешь хачапури постоянно делать? Если будет готовить, это будет хорошо. Если нет, то что делать? Так выучим. То есть, я так понимаю, что ближайшие твои планы – это все-таки обзавестись семьей? Да. Работа на втором месте? Да. Вот как интересно. Да, интересно. До следующего года, наверное, все это будет. До 40 лет? Да. А если не получится? Получится. Почему говоришь не получится? Получится. Слушай, ну ты до 39 лет не женился, а до 40. До 40 будет. Чтобы закруглиться. Закруглиться. Да, будет. Твоя жизнь была разная. Самый сложный момент, наверное, был вот когда пришлось... Да, отсидеть. Два с половиной. Два с половиной, да. Да, дали шесть. Ситуация была, к другу шел и не дошел. Поймали. Статья 223 или 224, я не помню. Воровские традиции. Что это значит? Ну, это в мире такое не существует. Это только Саакашвили придумал такое. То, что писали в прессе, что как-то с мафией связано? Ну да. То есть ты мафиози? Да. Да, ну так, обвинили. Мне сказали, что бери на себя вину и положи руку на друзей, мы тебя выпустим. Ну, я не сделал, или дали шесть. Вот я не понимаю, а почему ты? Не знаю. Вот если ты говоришь, что ты не виновен. Да, доказал, что я не виновен. Пришла новая власть, и меня выпустили как политзаключенного. А что изменилось в тебе за эти два с половиной года? Наверное, человека закалял. То есть ты стал закаленнее? Да, более закаленнее. Самый сложный момент в тюрьме это какой был? Когда перевели в особую тюрьму, там сидели пожизненные и кого большие сроки. Там 15, 20, 25. Там было чуть-чуть сложно. И там 29 дней ничего не давали. В смысле, ничего не давали? Ну, ни простыни, ни туалетную бумажку, ни зубочистку, ничего не давали. Как бы наказали. Ели 29 дней баланду. Что ты делал вот каждый день? Каждый день молился. Все заключенные почти все молятся там. Так и читают. Выходим. То есть ты стал более верующим? Да, конечно. С особой тюрьмы перевели на зону. Там уже более легче было. Там режим и полегче был. Там занимались футболом, играли там. В закрытых тюрьмах я провел более 2 года, вот так, да. 8 месяцев предварительной тюрьмы, год и 2 месяца вот в особой тюрьме, да. Почти 2 года. Ну, полгода уже перевели на зонах. Удавалось посмотреть футбол? Да, там в зонах, да. То есть телевизор там был? В зоне, да, телевизор был. А до предварительной тюрьмы и в особой тюрьме даже не то, что телевизор, там и радио запрещали. Вот там и начал курить. 32 года не курил, там в тюрьме начал курить. В соседних камерах людей убивали, ломали там, инвалидами становились люди. Там принимались очень строгие физические методы. Тебе эти методы не применялись? Причина, как ты думаешь, почему? Я не знаю, причина в чем, наверное, спасло, что ты футболист, наверное. Более известный человек, наверное, спасло. А были еще там известные люди среди футболистов? Нет, среди футболистов не было. Ты один был? Да, я один, единственный. Там. Первое дело, что ты сделал после того, как вышел из тюрьмы? Пошел домой. Увиделся с родителями, с отца увиделся, с сестрой, племянницей и племянницей детей. Слез было много? Ну, радость была много, а слез так...
вот это вот твой статус тебе мешает нынче в жизни? Нет. Никак? Никак не мешает. Все знают, что я невиновен был. Насколько я знаю, у тебя была в Киеве квартира. Да. Где она? Да. Что ты в гостинице живешь? Да, я продал эту квартиру. Давно? Да. Когда я вышел из тюрьмы, я продал эту квартиру. Почему? Ну, продал, не знаю. Тебе деньги нужны были? Не, не нужны были и так срочно, но продал. Хорошо, что тогда продал. Сейчас, наверное... Почему? Мне сказали, что цены упали. Где у тебя квартира была? На Красноармейской, 48. Хорошая? Большая? Нормально. Квадраты нормально. Три комнаты. Слушай, хорошая квартира. Ты взял, продал. Да, а да. А вот сейчас приезжаешь в гостиницу. Да, вот это жалеешь? Жалею. Сейчас появятся, если деньги, куплю. Откуда они должны появиться? Откуда? Не знаю, может, подаришь ты. Я точно не подарю. Ты как прокурор, знаешь, спрашивает, откуда появились деньги? Я журналист, я не знаю, это, да. Ну, слушай, не сравнивай меня с прокурором. Да. А скажи, пожалуйста, за вот свою футбольную жизнь. Да. Ты заработал достаточно денег? Да, конечно. Тебе хватит безбедно прожить до конца жизни? Нет, до конца не сколько хватит. Тебе этих денег хватит? Не знаю. На сколько лет? Ну, ты же карман, кстати, живешь или нет? Слушай, вот ты спрашиваешь, на сколько лет, откуда я знаю, вот сейчас... Пойду потрачу много, завтра не потрачу. А ты транжира, в принципе? Да. Ты любишь жить на широкую ногу? Да. У другій частині ми дізналися, коли і на кому планує одружитися Георгій Димитранце, через що змушений був продати квартиру у Києві. Далі у програмі, чому Георгію не вдалося розкрити свій потенціал у київському «Динамо» та що говорили Димитранце партнери по команді після промаху у матчі з Манчестер Юнайтед. Ти взагалі доволен своєю футбольною кар'єрою? Так, я доволен. Ну, мог робити багато, ще багато, але... Твой пік, це коли був? Не знаю, пік, сказати... Наверное, в Аланию, в Донецком «Металлурге». А «Динамо» ты не называешь? «Динамо». Ну, в «Динамо» мог и получше. Тебя купил сам Лобановский? Сам Валерий Васильевич. За 3 тогда... миллиона долларов. Знаешь, да, цену? Ну, знаю цену. Я ж покупал. Шучу. А твои деньги, да? Ну, конечно. Так... Ну, да. Не, я говорю. Почему не получилось? Ты нет, вместо трех лет, которых ты должен был провести в «Динамо», ты лишь провел полтора. Наверное, не влиться так. Ну, я доволен своей игрой. Там забил голов и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Потом пришло предложение из Испании. Забил голов. Это какие вот сразу вспоминаются голы за «Динамо» в Лиге чемпионов? В Лиге чемпионов. Наверное, Андерлехту на день рождения, 26 сентября. Вот почему ты запомнил. Потому что день рождения был и запомнил. И у Баварии здесь, в Киеве. Мы 2-0 выиграли. Забил. Да, Каха. И ты. Я второй. Помнишь, как это Махарад закомментирует этот матч, сказал? Не, я не помню. Вот он. Браво, Каха! И забил Демитрадзе, забил Палац. А да. Манчестеру помнишь, как не забил? Не забил. Это, по-моему, в курьезах. Я представляю, что тебе рассказывали в раздевалке. Ну, расскажи. Не, ну, мне было очень трудно. Не забил, наверное, ближе, чем полметра. Да, я сейчас не вижу. Это было... Я бы забила. Да, ну, так случается. Расскажи, это что тебе рассказывали в раздевалке? Ничего не рассказывали. Ну, что, орать тебя не будут. А что, били? Не. Ну, ничего. Что сказал Валерий Васильевич? Валерий Васильевич, не, ничего не сказал. Ничего, говорит, случается. Он никогда не кричал? Нет. Я не видел, например, что он кричал. Да? Да. Когда я первый раз пришел, он сказал, что Георгий будет тяжеловато очень, но надо терпеть. Ну, когда начались нагрузки, я уже думал, что мне уже плохо. Было плохо? Да, было плохо. Такие нагрузки терял, очень много килограмм, да. Очень сложные тренировки были, я в жизни таких тренировок не видел. После этих нагрузок я в командах играл, было легче мне. Помнишь, как перед Манчестером стриглись? Наголо, да. Это была моя идея. Почему? Это, не знаю, как-то взбодриться. По-моему, неудачная у нас серия была. А где это все происходило? По-моему, на базе. На базе? То есть вы туда
Парикмахера пригласили? Парикмахер не нужна, машина. То есть ты кому-то стриг или что? Я не помню точно, но по-моему, на машинах стригли. Самым смешным кто выглядел? Потому что тебе, может быть, это идет прическа, а кому-то и не идет. Кто самым смешным выглядел? А кому не шло? А ну скажи. Ну, мне кажется, очень странно Головко смотрелся. Да? Нет. Головко. Кто еще? Шапковский. Шапковский, да. Что-то не идет лысый, да? Да. Симпатичный парень, да. Не собираешься прическу изменить? Сейчас, кстати, очень модно борода. Ты не? Не. Не? Как-то да. Я не люблю, что пойдет мне борода. Не пойдет. Я уже представила, лысый и борода. И бородатый. Не, не идет. Да идет. Идет хорошо. И серьга. Да, нет, ты что? Серьги тебе идут, мне. Спасибо. Следующий твой тренер, Александр Свидов, говорил, что проблемки с тобой были. С тобой легко тренером было? Ну, кому как. Кому легко, кому нет. Кому нелегко было? Да. Мы записали Свидова. Да. И он рассказал историю одну. Знаете, что мне врезалось в память? Это вот однажды после какой-то неудачной игры, уже достаточно долгое время прошло, у нас такое было собрание, полутеоретическое занятие. Я начал ребят немножко отчитывать. Ну как же так? Ну вам это не нравится. И тогда Жора не, знаете, так, присущий ему легкой юмористической манере, он так не вставая, сказал: Владимир, а что вы хотите? Мы же футболисты. А футболистов куда ни целуй, везде жопа. Ну, мне больше нечего было сказать. На этом собрание было закончено, и мы пошли работать. То есть ты помнишь эту историю? Наверное, да. Сейчас вспомнилось. Надо было шутить, сейчас было после плохой игры. Не, Сивит очень хороший тренер. Иногда кричал, иногда не кричал. Но как тренер он очень профессиональный и талантливый тренер. И я желаю удачи. Знаешь, что я вспомнила? Что три команды, где ты играл, уже перестали существовать. Да. Слышишь, что-то... Это любимые команды. Алания. Алания и Металлург. Подожди, Арсенал. И Арсенал. Очень удивился, когда узнал, что да. Металлург прекратил существовать. Очень удивился и очень больно мне вспоминать, какие там года у меня были хорошие. Последняя часть марлезонского балета, скажем так, что? Есть блиц. Сколько клубов было в карьере Георгия Димитрадзе? Наверное, штук 10. Больше? Больше. 12, я посчитала. О, не, 12 это было, но... 12. Скажи. Грузинские Кахети. Да. Динамо. Читаешь? А, ты хочешь меня на память? Хорошо, Фейенорд. Алания была, да. Динамо, Реал Сосьедад, да. В Локомотиве был. Подожди, да. В Локомотиве был. В Макаби был и был в Баку. Да? Сколько это? Ну, по-моему, 12. Как 12? Ну... Арсенале был. Да. Спартак с Хинвали и Динамо, я не вы, этот. А надо было поспорить. Да. Самое вкусное грузинское вино? Хванчкара, наверное. Сколько голов за Динамо ты забил? Динамо Киев. В чемпионате или в Лиге чемпионов? 14. 15. Ах! О каких грузинских реках написал стихотворение Лермонтов? Лермонтов? Да, в Тбилиси эти две реки. Река Кура? И Арагва. И Арагви. Не Арагва, Арагви. Лермонтов писал Арагва. К нему вопрос. Хорошо, узнаем. Кто играл в последнем финале Лиги чемпионов? Ну как, кто играл? Ну вот тебе вопрос. Барселона с кем играл? Вот. С кем? С кем? А с кем? Ну а с кем? Слушай, а? Если это не мой блиц, это твой блиц. Барселона и... выиграл. У команды, которые белые полосочки, черные полосочки, белые полосочки, черные полосочки. Ювентус. Перфетто. Что такое любовь? Это все. Это все? Это все для мужчин и женщин. У нас есть для тебя подарок. Да. Мы решили, что, чтобы ты не скучал по Украине. Украинский набор. Ну, в общем, тут все есть. Ага. Тут есть перчик, чесночок, хлебушек, сало, огурчики. Огурчик. И то, что ты не любишь. Да. Это то, что, знаешь,
Выпьешь. Чтоб полюбил, надо вот эту всю выпить. Да, и ну, кого-то полюбил. Чтоб ты не скучал, да, по Украине. Хорошо. Так. Опа. Держишь? Держу, держу. Подожди. Смотри, что в аварию не попал. Сейчас посмотрим. Если там что-то будет, ну, ты прости уже. The next. Да. Я быстро. Молодец, молодец. Я стараюсь. Все? Да. Я попытаюсь, ну, очень быстро. По-моему, горит, нет? Да. Осторожно, осторожно. Опа! Так, чепурь с огнем. Твоим теплом это все обгорело. Слушай, оно горит, ничего страшного. Ну, все хорошо, нормально. Так посмотри. Это надо вот так, умным быть. Давай попробуем. Давай попробуем. А ну посмотрим, как ты кушаешь. Чуть сгорел, но ничего страшного. Вот так вот. Первый ты. Нормально? Хорошо. Что я хочу сказать? Если вдруг ты передумаешь заниматься футболом, то ты легко можешь стать поваром. Да, хорошо. Только для тебя, когда в гости приедешь. Мы продолжим наслаждаться этим чудовым хачапури. Мы же встретимся на следующем тижні. До свидания. В гостях у Алли Бублій був колишній гравець збірної Грузії Георгій Деметраце. Наступного тижня нас очікує не менш іменитий гість. Підписуйся на наш канал.